Всем привет! Я снова рада приветствовать именно тебя на своем канале Бизелька. И сегодня я хотела бы вам рассказать немного о моих впечатлениях об отеле Гранада Лакшери Белек. Я уже была в этом отеле, и я сейчас вставлю видео и буду рассказывать вам одновременно плюсы и минусы, возможно, немного об этом отеле, покажу номера и немного в общем отель покажу вам. А мы можем начинать. Я могу сказать, что Гранада Лакшери является одним из лучших вариантов в городе Белек. И несмотря на то, что мы приехали и подъезжали к отелю ночью, я была безумно впечатлена видом этого отеля. Я увидела перед собой, проезжая, замок. Безумно высокий замок, все невероятно красиво светилось, огоньки, все было с подсветкой. До сих пор, если честно, меня эмоции переполняют от этого отеля. Начну я, пожалуй, с номеров. Все номера Гранада Лакшери Белек оснащены кондиционерами, мини-баром, сейфом и телевизором. Теперь я сейчас вставлю вам видео, и вы посмотрите номер, в котором мы жили. А затем... я вернусь к входу. Гранада Белек. Заходим. Как называется? Гранада Белек? Просто билет. Так, что тут у нас в мини-баре? Маловато. Маловато, да. Так, и тут у нас чайничек. Халаты белые. Подушка. Телевизор. Дальше. Заходим. Еще одна комната. Внимание. Вот такой стол. И тут мини-бар есть. Отходим. И тут мини-бар тоже. В каждом номере отдельный санузел. Я уже выучила. Просто королевские номера. Внимание. Фен. Да, один там. Ну, это моя комната. Я уже заняла эту комнату. Класс. Так что это моя. А потолок. Один из балконов. Это просто не балкон. Внимание, идем. Идем, 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 идем. И никак не можем найти конца. Весь бассейн. И там еще предложение. Гранада Лакшери Белек. Чин-чин. Второй балкон. В распоряжении гостей балкон, где можно отдохнуть под освежающим бризом Средиземного моря. Это вообще закон. Именно такой красивый вид и такой большой балкон. Гранада Лакшери Белек очень большая территория, где можно отдохнуть, но, к сожалению, до моря надо ехать. И вот туристам обеспечен бесплатный трансфер на автобусе без стекол. Я вставлю видео. Вы садитесь, и вас набирается определенная группа людей, и вас подвозят к морю. Ехать примерно 10 минут. Там есть частный пляж, получается, для Гранада Лакшери.
море не так близко расположено к отелю, многие туристы предпочитают иногда оставаться на территории отеля и отдыхать день, допустим, у бассейна. А в предпочтении туриста 4, по-моему, бассейна, достаточно больших. Есть различные горки, аттракционы, детские площадки, анимация очень хорошая для детей, для взрослых. Огромный плюс в том, что абсолютно большой аквапарк с различными, на разный вкус горками, разного цвета, различными подсветками. Еще одним также плюсом является то, что на горке вы можете подняться на лифте, да. До, по-моему, 5 человек туда влезает с кругами. Вот. Чтобы пройти к аттракционам и к аквапарку, вам придется от отеля пройти через специальный подземный переход. Вы побываете будто в Нью-Йорке, там безумно красиво. Немного. Ничего себе! Я в шоке. Это в Нью-Йорке попало, что ли? Отели полноценные, поэтому я думаю, что любой посетитель, абсолютно любой, найдет еду по своему вкусу. В общем, это было все, что я хотела вам сказать, поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, если вы хотели бы видеть еще обзор отелей и, возможно, плюсы и минусы, мое впечатление от других отелей, в которых я была, я обязательно буду выставлять такие видео. И вообще, какие бы вам видео были интересны на моем канале. А на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока!